Таким образом совершается руку. То есть спина, голова на уровне со спиной и руки не согнуты. А если же он опустит голову, или же поднимет ее высоко, или же согнет руки в локтях, тогда опустит его спина, или же схватится за свои голени, или же за бедра, или же схватится с внутренней стороны колен. Это все недействительно. Сейчас он совершает руку. И когда он поднимается после руку, он должен произносить «Сами Аллаху лиман хамида». Неправильно. Сейчас, говорит, когда ты... Не торопись. Сейчас, говорит, когда ты поднимаешься с руку, ты в момент поднимания, выравнивания с руку должен говорить «Сами Аллаху лиман хамид». То есть поднимаясь, ты должен, то есть выпрямляясь, ты должен говорить «Сами Аллаху лиман хамида» и поднять руки при этом. А потом, когда выпрямишься, скажешь «Раббана валяка альхамд». То есть таким образом совершается сажда, то есть руки ложат на уровне плеч и на уровне ушей. И также делает внутреннюю часть пальцев ног на земле. И также должен как, то есть должен, также должен постараться, то есть как можно дальше сделать живот от своих бедер и свои локти от своих боков. Некоторые люди как бы прижимаются животом к бедрам, а руками к бокам. Это неправильно таким образом совершать сажда. Или же свои локти опускает на землю. Это все ошибка. Или же наоборот ложится, такое ощущение, что думает, что он спит. Это все неправильно. Теперь сидит. То есть подобным образом садится на левую ногу, а правая нога сбоку ровно стоит, и пальцы ног правой ноги как бы смотрят в сторону кыбла, оперешь на землю. Это так надо сесть во время молитвы. И Аллах знает лучше. Джазакаллах.